Этот фейк пишет в чат вместо меня вот. С тех пор, как я выложил видео, этот фейк пишет вместо меня вот. В чате вот. Вот пишет. Юля, я жить без тебя не могу. Юля, я тебя люблю. Вот, что происходит в чате. Это вот пишет фейк, который... Вот. С тех пор, как я выложил видео, ваш пидошный гибонов стал не один, а несколько. И они все вот пишут. Перейти на аккаунт. И посмотреть, вот. Это не мой аккаунт, это абсолютно пустой аккаунт. Вот, абсолютно пустой аккаунт, который вот, вот пишет. Он пишет. Без моего ведома. Вот этот вот аккаунт. Я сейчас в данный момент не пишу, но я чисто показал, что этот аккаунт пишет вместо меня вот в чате. В данный момент они признаются в любви, но другим стримерам они могут писать гадости. Поэтому тут каждый раз не знаешь, что они будут кому писать. Это ужас. И главное, что уже не один аккаунт, а два. В следующий раз я не знаю, сколько будет таких аккаунтов. Но они пишут за меня, людям, принудительно. Я даже не знаю, кому и сколько они пишут, когда я их не вижу. Чате. Потому что я сутками по всем чатам не хожу, чтобы их искать, и по всем комментариям не хожу, чтобы их искать.